Всем привет, друзья, с вами Симпсон, и сегодня я покажу, как построить тот самый фильтр предметов, который я использую во всех своих игровых автоматах, торговых автоматах и много еще где. И многие люди в комментариях всегда пишут, что вот он не работает, вот он, таблички проваливаются, все ничего никак. Это я сейчас пошагово покажу полностью чисто отдельно этот механизм, как его вообще построить. Ну, приступим, давайте построим точно такой же механизм, то есть ставим сундуки, куда будет складироваться весь наш улов. Потом одну воронку в сундук, одну воронку именно вот в эту стенку. Правильно? Правильно. Ставим, получается, факел, редстоун. Затем мы делаем вот такую платформу. Сюда компаратор, сюда повторитель. Соединяем. Грубо говоря, все, да? А наш, как бы, фильтр готов. Ну, давайте смотреть дальше. Получится ли у нас загрязнить воронки, чтобы они не провалились. Как мы видим, факел горит, редстоун горит, подает сигнал на этот блок, и он блокирует эту воронку. Значит, эта воронка никуда предметы не передает. Теперь мы должны зарядить сам механизм. Как это делается? Ставим 4 переименованных таблички. И это должно быть 6 предметов, 7 предметов, которые мы будем использовать, как, допустим, чтобы сработал выходной сигнал. То есть, объясняю. Мы поставили алмазы, кинули алмазы, сигнал работает, да, проходит. Кидаем какой-то другой предмет, он его не принимает. Вот и все. Весь принцип работы данного механизма. На этом все. С вами был Симпсон. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.